Синдушный обитает в тундре и пещерах. Он ездит на нарте, запряженной волками, песцами или лисицами. Этот хранитель тундры любит играть в карты, но только тремя мастями, без трефей, так как они напоминают крест. Говорят, что на Новый год собираются синдушные со всех сторон – западный, восточный, северный и каменный – и играют в карты. Победитель получает урожай на промысловых зверей в течение года. Пропавших без вести охотников считали унесенными синдушным. Встречая синдушного в тундре, существовали правила поведения, соблюдение которых обеспечивало безопасность. Заметив следы его нарты, следовало перекреститься и обвести вокруг себя черту.